хит наших продаж. Туфли Ландо. Встречайте, дорогие друзья, любимую базовую модель всех женщин. Мы сейчас не только готовимся к сезону весна-лето, мы подбираем для себя еще сменную обувь. Итак, хоть не новинка, так хит, друзья. Вот такой девиз у нас. Хит и новинки сегодня. Туфли Ландо. Давайте посмотрим на цену. Какая же она приятная. 1759 рублей. И, друзья, вот, кстати, я обращаюсь сейчас к тем, что, кто нас смотрит, но пока еще не решался начать покупать с нами. Отличный вариант сейчас попробовать. 1759 рублей за эти деньги. Вы получаете вот настоящий хит продаж. Это полюбившийся выбор тысячи телезрителей, а значит, вы не прогадаете. Но у меня к тебе вопрос, Света. Все-таки многие женщины после определенного возраста побаиваются каблуков, переходят на кроссовки. Ну, совершенно верно, потому что многие женщины уже настрадались на шпильке. Посмотрите на нашу модель Елену. Она получает максимальное удовольствие. Наслаждение, вот что доставят вам туфельки Ландо. Это эксклюзивная модель, которая подходит на каждый размер. Мы сейчас с Надей расскажем вам, какие размеры у нас остаются. Так, друзья, давайте посмотрим. Ведь это хит продаж, он был у нас уже в эфирах. У нас остались 39, 40... 41. Ну что ж, вполне себе ходовые размеры, это приятно. Я хочу сказать, что женщины 41 размера и 40-го порой не могут найти для себя обувь, потому что это самые востребованные модели. Mm-hmm. Наша модель Елена тоже носит размер 41. Но посмотрите, насколько в туфельках Ландо выглядит ножка-то аккуратной. Да, и очень собрана. И мне очень нравится, Надя, тот вопрос, который ты задала про каблук. Вот моя мама, она уже тоже в возрасте, она очень любит каблучки. Наш каблук устойчивый, 6 сантиметров. Но посмотри, он аккуратный, рюмочкой. Mm-hmm. Именно эта модель позволяет женщинам носить и брючки, и даже стильные нарядные платья. То есть получается, что важно удобство именно от ширины каблука зависит. Чем уже каблук, тем она неустойчивее. Тем неустойчивее. Но я хочу сказать здесь еще про одно удобство. Это, конечно же, передняя часть наших туфелек. Так. Как вы уже заметили, они не только фантазийно оформлены, они еще имеют внутри эластичную ленту. Благодаря эластичной ленте эти туфельки подстроятся под ваши ножки, и вам будет очень комфортно. А еще, конечно же, хотела сказать пару слов об эко-коже. Это один из любимых материалов сегодня во всей обувной промышленности. Ну что ж, эко-кожа, я уже слышу не первый раз от тебя, Светлана, что ты рекомендуешь этот материал. И цена, вот мне нравится, конечно, в этом цена, скорее всего, 1759 рублей. Много ли у вас туфелек на весну? Или, может быть, вам требуется уже новая сменная обувь? Пора сменить свои старые туфельки на новые. Но тратить 2-3 тысячи совсем не хочется. Сэкономьте эти деньги, лучше приобретите еще и блузу вдобавок к этим туфелькам. Номер лота 959-040, туфли Ландо, и ваша скидка почти 900 рублей. В магазин пойдете, заплатите эту скидку там, а у нас вы ее получите в качестве подарка. Давайте еще раз посмотрим на ножки нашей модели Елены. И обратите внимание, несмотря на ваш высокий подъем, несмотря на то, что ножки у вас отекают или бывают склонны к полноте, в этих туфельках вы будете ощущать комфорт. И давайте не будем забывать о зоне пятки. Это моя больная мозоль. Так. Здесь я уже демонстрировала то, что пяточка у нас мягкая, но в то же время она не теряет своей формы, потому что внутри она имеет фиксатор. Посмотрите, сколько нюансов. Вот даже вы ходите в магазин, разве вы обращаете столько внимания? А какая пятка? А какой формы каблук? Вот смотрите телеканал Shopping Show, потому что мы вам все здесь расскажем, покажем. Наши эксперты – это профессионалы своей области, они помогут вам выбрать удобную, комфортную обувь. 1759 – это туфли Ландо и 39-й, 40-й, 41-й размеры есть в наличии, они отправляются к своим новым обладательницам. Если не делали покупок, начинайте, пробуйте с этого лота.